Вряд ли такой красивый мужчина, как Эмин Агаларов, может быть всю жизнь верен одной женщине, тем более, когда рядом постоянно бьется столько красоток. Певец и бизнесмен и его жена, дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, решают развестись после 9 лет брака. Объявляет эту печальную для семьи новость сама Лейла, причем через Инстаграм. Ну, по крайней мере, это современно. Для многих в Азербайджане не секрет, что мой брак с Эмином в последние годы носил формальный характер. Мы давно живем раздельно, в разных городах. Пришло время официально оформить наш развод. Что мы и сделали. Мы остаемся друзьями. Эмин пишет в своем инстаграме то же самое и добавляет, что экс-возлюбленные продолжают вместе воспитывать двоих сыновей. По слухам, окончательную точку в отношениях теперь уже бывших супругов ставит слишком уж близкая дружба Эмина с певицей Кэти Дапурия.